Техническая элита страны в стенах Ивановского энергетического университета. Это технические директора электростанций, главные инженеры 7 филиалов Т+. Освежать знания, полученные еще в студенческие годы, дело полезное. А для тех, под чьим руководством работают сотни людей, мощнейшее оборудование еще и нужное. Лекции по тенденциям современной теплоэнергетики провели лучшие преподаватели и руководители кафедр вуза. Они вот эти базовые представления накладывают на действительность существующую, потому что меняется и цена топлива, и меняется стоимость материалов, применяемые в большой энергетике, и все это взаимосвязано. Куда экономичнее, значит, вкладывать те или иные средства, материальные, физические, еще какие-то. Стратегическая сессия проходила 2 дня. Кроме теоретической части, была еще и практическая. После этого энергетики сдавали экзамен специальной комиссии. Те люди, которые нам преподавали вот указанные мной дисциплины, они как раз практики. То есть все знания, которые они нам давали, они получены не просто из учебников там или откуда-то, а получены были непосредственно на предприятиях при проведении обследований, при проведении там, других услуг. И сами они когда-то работали на похожих объектах. Повышение квалификации для технических руководителей компании предусмотрено каждые 5 лет. Но в действительности такие встречи проходят чаще. Стратегические сессии, например, организуют каждый год. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.